77 лет продлилась удивительная и прекрасная жизнь Ольги Алексеевны. Более 50 лет преподавания и научной работы в университете. 16 лет руководства Международным советом рериховских организаций. Десятки выставок, форумов, культурных мероприятий в разных городах и странах. Огромный прекрасный труд, восхищающий тех, кто был с ней знаком и так благодарен радости сердечного общения. Все восхищались силой ее духа, стойкостью в самых сложных ситуациях, мудростью и дальновидностью. Обладая одним из глубочайших и синтетических умов, она многое сумела сделать для искусства и науки, для становления научного рериховедения. Осознав всю эволюционную ценность наследия семьи Рерихов, она отдала ему все силы своей души, стараясь поднять как можно выше знамя культуры. Ее глубокие статьи, яркие выступления служили объединению всех стремящихся к красоте и знанию, помогали лучшему пониманию духовных истин. Одна из самых замечательных ее способностей – глаз добрый. Умение похвалить, найти свой подход и внимание к каждому, чутко отметить все светлые чаяния и достижения, помочь их развить, создавало вокруг нее удивительную ауру радости и вдохновения, которая окрыляла прикасавшихся к ее миру. Стремление внести свет в любой коллектив, содействовать его сплоченности и сотрудничеству стали образцом для тех, кто продолжает ее путь. Изумляет широта ее сердца, скольких людей она обогрела своей искренней любовью, скольким помогла найти дорогу в жизни, скольких поддержала в минуту тяжелых испытаний. Ольга Алексеевна помогала подняться над сухим интеллектом, открывать сердце миру, учиться бескорыстному сотрудничеству, чувствознанию, глубокому постижению жизни во всех ее нюансах и противоречиях, подниматься к синтезу и сверхличному мышлению. Блестящий организатор, способный собрать вместе разных людей и сделать прекрасное дело, она умела для каждого найти лучшее место, где бы развились его способности. Она шла путем красоты, стараясь искать ее везде, учиться у нее и нести ее во всем своем облике, в мыслях, в одежде, в общении и поступках. Слова Святослава Рериха «Будем всегда стремиться к прекрасному» были девизом каждого ее дня. Ольгу Алексеевну отличала удивительная молодость духа, жажда познания и красоты, стремление в будущее, и ни страдания, ни болезни не могли сломить его. С ней можно было часами общаться о самых разных вещах и обращаться по любым вопросам, зная, что она найдет время поддержать и даст мудрый совет в самой сложной ситуации. Память о ней навсегда останется в сердцах ее друзей и близких, всех, кто хранит образ прекрасного и светлого духа, оставившего Земле такой замечательный труд.